троє внуків мене задихалися. Тобто спазм в горлі, дихати немає чим, у них пішла рвота, може, благодаря цьому, що за те, що так більш-менш все обійшлося. Ми вийшли на вулицю, тут вийшов той, цей, що то ли він кропив, то ли він що там робив, неізвісно. І почав розказувати, що цього не може бути, мол, це нічого не вредне. Ну, після того він в підвал не спускався. Вчора сказали, що у них усе хорошо. У мене ми сьогодні спали, так як у нас перший етаж, і ми хапанули більше всього цієї гадості. У мене сьогодні були відкриті всі вікна, всі двері. У мене зараз усього меншого внука, якому 5 років. У нього 37,5 температура була ночі, зараз у нього 38,3. У мене, наприклад, сьогодні з утра боліла голова. Так, щоб, допустимо, там кашель, якийсь там рвота, такого немає. Ну, от, головні болі, внучка трошки жалувалася, що трошки головка болить. Вийшла з квартири, провожала внучку в школу. І слышу, зразу відкрилася робота, і я скоріше відкривати вікна. Вот. Ну, ми тут же нас вивели всіх на вулицю. Померили давление. Давление 200 на 100, большое. Вот. Оказали таблеточку, дали, сделали кардиограмму сердца. А сегодня у меня упало давление. Вчера было большое, а сегодня вообще хожу как пьяная. И, ну, я постоянно взяла воду, минералочку, значит, и пью воду. Посмотрев нас, скорая зафиксировала давление, практически у всех было 100 на 200. Было головокружение, соседи со второго этажа уже стояла на балконе, она вообще рвала кровью и не могла спуститься. Муж ее тут по двору ходил, то же самое делал, рвал и все такое. Ну, скорая зафиксировала, да, вот давление, вот таблеточка, посидите. МЧСники приехали, тоже сделали эвакуацию. Потом приехал Бортников, который сказал, что это средство как бы вполне нормальное, и люди его могут переносить. Мне бы, кстати, хотелось, чтобы он попробовал тоже им подышать и посмотреть его реакцию. Может, мы какие-то не такие, с другой планеты. Давление и у меня, и у мамы у нас занижено в загалом, а было уже 200 на 100. Нам дали запропонували таблеточку, запропонували госпіталізацію. Давлення і у мене, і у мами у нас занижене загалом, а було вже 200 на 100. Нам дали запропонували таблеточку, запропонували госпіталізацію. Ну, так як у нас були з нашими з нами дітки, то ми, звичайно, від госпіталізації ми відмовились. Ну, саме почуття, я вам повинна сказати, було таке. І голова крутилася, і десь якась була дезорієнтація. Я не знаю, чим це визвано, я не лікар. Чи це було за високе давлення, чи це дійсно було отруєння, важко сказати. Ну і сьогодні іще я відчуваю, ну, таке, знаєте, самопочуття, таке слабкість. І ще головокруження. Мої батьки знаходяться на даний момент в лікарні з вчорашнього дня. Вони були госпіталізовані. Ну, не сразу же, ну, как приехала скорая. Мама была на балконе, так как она тяжело передвигается, у нее перелом, ну, плечо перелом. Вот, она успела выйти до балкона. Был сильный приступ у отца, тут все соседи видели, меня, к сожалению, не было. Я уже в больнице оказалась. У него рвота была кровью, он задыхался. Вот, маму вывели уже в маске на улицу и сразу же отвезли в больницу. Лицо у него покрыто пятнами до сих пор. Доктора говорят, что это сибария. Ну, раньше я этого не замечала. Просто вот пятнистое лицо и шелушение страшное. Вот где голова, уши. Вот. На данный момент до сих пор капают. Ну, вчера прокапали, сегодня тоже вот капельницы ставили. Я только с больницы вернулась. Ну как, горло першит, болит, головокружение есть небольшое, ну так, подташнивало с утра. Ну что сказать, во-первых, возраст как бы, кто помоложе, легче, может быть, переносит. А, и плюс к тому же, она вообще астматик. Вот это спровоцировало, естественно, вот такую реакцию. Папа у меня не астматик, со здоровьем у него более-менее нормально. Он принимает, как любой другой человек, лекарства по требованию. Но чувствовал себя ужасно.
давление прыгнуло 205, хотя это как бы до такой грани у него как бы такого давления не было, я не замечала. И что бы кто ни говорил, естественно, в возрасте люди, они переносят, тем более они наибольшую, я так понимаю, зону поражения взяли, потому что они находились как раз, где был туалет и ванна. Вот они, вот как только это произошло, вот они именно вот эту дымку белую, полностью вот этот порошок, не понять, что там, и у них приступ удушья был.